Привет, дамы, привет, пацаны, с вами Макс Пояснит. И сегодня я выбрался на эту вот замечательнейшую белорусскую природу лишь с одной целью, чтобы показать всем вам, насколько же преобразился за последние 10 лет наш вот этот вот парк, как называется? Парк Победы, вроде. Вот, Парк Победы, насколько же он все-таки преобразился за последние 10 лет. Я, конечно, не знаю, кто мэр Минска, но если ты это смотришь, то и мне должен, короче, окей? Ну да ладно, на самом деле, собрались мы здесь совсем не для того, чтобы полюбоваться красотами нашего парка, который преобразился, еще раз повторюсь, за последние 10 лет. А собрались мы сегодня здесь для того, чтобы я лично рассказал вам о том, где и на каких интернет-магазинах я приобретаю себе кроссовочки и, собственно, шмоточки. Вот. А также рассказал о их плюсах, минусах и почему я выбрал именно эти магазины, а не другие. Поэтому, ребятки, если вам вдруг интересно, то, естественно, усаживайтесь поудобнее, отрезайте себе кусок арбуза или арбуза и, собственно, давайте смотреть. Погнали! Но перед тем, как начать, мои дорогие друзья, мне бы хотелось дать вам один очень годный и полезный совет. Никогда, запомните, никогда не приобретайте себе шмотки и кроссовки в магазах а-ля группа ВК. Потому что в случае чего, если вас захотят опрокинуть, вам просто даже потом некуда будет обратиться с какой-либо жалобой. Вот, ребят, если у группы ВК нет офлайн магазина, то просто я вам не советую приобретать у них вообще что-либо. Вот, сейчас я вам конкретно посоветую годные сайты, в которых я уверен и в которых вы можете себе покупать, не боясь абсолютно ничего. Так что, ребятки, давайте смотреть. И первые два магаза, с которых бы мне хотелось бы начать, так это Farfetch и ASOS. Оба магазина являются европейскими, поэтому все товары, которые будут приходить вам, будут идти, естественно, вам из-за границы. Почему я называю их вместе? Потому что, в принципе, они похожи. Просто на Farfetch представлены более люксовые и дорогие бренды. Но, тем не менее, не одинаковые и, в принципе, пользуюсь я ими давно и доволен. Если что-то приходило, я не знаю, бракованное или не то, что мне нужно, то, естественно, там без каких-либо затруднений и проблем обменивают, либо просто-напросто возвращают тебе бабло. Так вот, если вы живете в России, то никаких проблем с закупкой на этих сайтах у вас возникнуть не должно. Но если вы житель Беларуси, собственно, как и я, то наверняка вы знаете, что у нас существует закон о том, что в месяц нам может приходить из-за границы товаров на сумму в 22 евро, что, естественно, смехотворная сумма, на которую ты даже не то что ни кроссовки себе не купишь, ты даже не купишь себе трусы нормальные. Поэтому, ребятки, эту ситуацию нужно решать, и решение есть. И оно следующее, просто заказывать на каких-либо посредников. То есть мы просто берем, заказываем вещь на адрес кого-нибудь из России. Это могут быть ваши родственники, могут быть компании, которые занимаются этими. Если хотите, то ссылочку на одну из них я оставлю в описании. То есть вы просто заказываете любую шмотку на их адрес, а они, собственно, просто перенаправляют потом этот товар вам. Вот и все, проблема решена. Одеться на этих сайтах можно просто с ног до головы. Это как кроссовки, так, собственно, и одежда, и достаточно-таки хорошая, и разных брендов. Короче, ребятки, ASOS и Farfetch. Довольно-таки крутые сайты, на которых очень часто проходят акции, скидочки, всякие промокодики есть. Короче, достаточно годные и клевые сайты. Пользуйтесь, а мы едем дальше. Ну а следующий сайт отлично подходит как для русской аудитории, так и для белорусской. Я уверен, знают его абсолютно все. Это LaModa. Да, пользуюсь я LaModa уже с самого детства, поэтому, в принципе, сайт довольно-таки проверенный и еще пока что никогда меня не подводил. Делаешь заказ, на следующий день уже тебе привозят твою покупку. Будь то кроссовки, будь то шмотка, будь то что угодно. Если нужно примерить, вы примерите. Если не понравится, вы просто возьмете и откажетесь. Существует куча промо-акций, промокодов, акций, короче, что угодно. Скидочки всегда абсолютно есть. Короче, выцепить нормальную шмотку либо педали можно всегда просто-напросто на изи.
Да и плюс ко всему, если закупаться на ламоде с кэшбэком, как это делаю я, то в принципе можно экономить просто бешеные бабки. Так вот, именно поэтому я совместно с кэшбэк-сервисом LetiShops предоставляем вам 3 дня для покупок на ламоде с повышенным кэшбэком 6x. То есть с каждой покупки вам вернется 30%, которые вы сможете вывести как на карту и вебмани, так и на телефон. Поэтому смело ныряйте по ссылке в описании, регистрируйтесь и получайте свой мега кэшбэк. Ну и не забывайте устанавливать расширение для браузера, которое поможет вам мониторить акции и спецпредложения. А в общем, дерзайте, а мы едем дальше. Ну а следующий магазин, наверное, является главным конкурентом LaModa, и знают его тоже, я уверен, абсолютно все. Это Wildberries. В переводе с английского звучит как «дикая ягода». Так вот, в принципе, такой же сайт, как LaModa, только немножечко другое оформление. Вот, такие же скидки постоянные, акции. Короче, приобрести можно абсолютно все, что угодно. От кроссовок до, не знаю, летней панамки. Но совсем недавно прошел слушок о том, что, оказывается, Wildberries торгует палью. Да, именно этот ролик я увидел на канале Original Обувь. Да, я оставлю, если хотите, ссылку на этот ролик. Так вот, чувак просто-напросто заказал оттуда паленые New Balance почти что за 20 тысяч, что, естественно, как-то по-безобразному выглядит. Короче, ребятки, будьте впредь аккуратнее на Wildberries, закупаясь. Вот, а так, в принципе, всегда я постоянно закупался на нем и, в принципе, все устраивало. Но с этого момента будьте повнимательнее. Едем дальше. Хотя, в принципе, куда, собственно, дальше? Этих 4 сайтов мне хватает вот так вот по горло. Я закупаюсь там просто всем, чем только можно. Но могу посоветовать еще парочку сайтиков, то есть магазинов, на которых можно постараться повыцеплять скидочек. Это 6PM, Запос или Запос, неважно, и Йокс. Да, там тоже бывают нормальные скидочки и нормальный шмот, поэтому пользуйтесь. В любом случае, все ссылочки будут в описании, поэтому дерзайте. И, конечно же, не забывайте, что у вас есть на 3 дня 30% кэшбэк на LaModa. Поэтому пользуйтесь, ребятки, не благодарите. Ну и подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что только там вы сможете в полной мере следить за моим творчеством и в числе первых узнавать, какие ролики будут следующими на канале. И все, спасибо за просмотр. Если вам этот ролик был хоть чуточку полезен, то влепите лайк и, собственно, напишите в комментариях, в каких магазинах закупаетесь вы, а мне будет интересно почитать. В принципе, все. Спасибо за просмотр. С вами был Макс Пояснит. Всем пока!